Good evening. Сколько у вас россияне? Сколько у вас американцев? How many of you are Americans? Я буду говорить сначала по-русски, потом по-английски. Сначала хочу сказать, поздравляю с днем рождения Пушкина. Today is Pushkin's birthday, which I don't know how many of the Americans here have read Pushkin, but clearly the father of modern Russian literature, so a very, very important figure here indeed. Сегодня мы открываем совместную российско-американскую фото выставку «Любовь в искусстве современной фотографии». Это уже пятый совместный проект Молодежного центра государственного Эрмитажа и новой школы дизайна университета Парса. Популярность этого проекта среди молодежи растет год от года. В этих фотоработах понятие «любовь» связано не только с поисками образов и средств их художественного выражения в фотографии, а на ней отделимо от психологии, этики, философии, национальных традиций и характеров, образа жизни, воспитания авторов этих прекрасных работ. Я благодарю Молодежный центр государственного Эрмитажа и его директора Софию Кудрявцеву. Российских и американских руководителя проекта Игоря Лебедева. И Томаса Берна с американской стороны. Я надеюсь, что эта выставка и личные встречи помогут молодым людям обеих стран лучше понять и подумать друг друга. Любовь заложена в человека самой его природой, она не признает классов, рас, религиозных, возрастных или каких-то других барьер. Надеюсь, что в нашем мире после таких проектов будет больше любви. So that's espacito. So for the Americans, let me just say, I mean, the main message that I would have is that I think we all have our own interpretations of what love is. I belong to a different generation from you, but I think love is important to all of us. In my family, we talk about love because we use the word love sometimes when we're joking with each other. But I think for me, seeing this as a, from my perspective, as a diplomat, the most important thing about love is what I said at the end, that it breaks down barriers. It doesn't matter what nationality you are, what religion you are, what sex you are. I think we all have a need for that, and it was one of the great democratizers, or the first democratizer, perhaps, of all. So with that, thank you very much, and I think I